Компактная автомагнитола с FM-ресивером, поддержка USB-накопителей и SD-карт. На распаковке автомагнитола Digma DCR-100B24. Она поставляется в фирменной коробке вместе с монтажным набором и документацией. Это устройство компактного формата 1 дин. Лицевая панель выполнена из черного пластика. В середине ее расположился монохромный экран, а ниже и левее – клавиши управления с голубой подсветкой. Здесь же находится USB-вход, слот для карт памяти SD и MMC и порт USB. Можно подключить флешку с музыкой или воспользоваться FM-ресивером с 18 предустановленными радиостанциями. Модель имеет встроенный 4-канальный усилитель с мощностью 45 Вт на канал. Для тонкой настройки штатной акустики предусмотрен эквалайзер. Тыльная сторона корпуса изготовлена из металла. Сюда выведены необходимые интерфейсы подключения. Информативная наклейка подскажет, куда и что подключать. Обратите внимание, что эта модель совместима с транспортными средствами, напряжение в бортовой сети которых составляет 24 вольта. Так что магнитола будет полезна водителям грузовых автомобилей со стандартными гнездами 1 и 2 дина.